Еще одна модель для девочек из новой коллекции – оленята Карибу. Модель выполнена в розовом цвете, поэтому очень популярна у девочек, и у нее очень новогодний принт. Здесь олени в шапочках, снежинки. Выглядит очень милый. Здесь используется прочная ткань Таслан, она выдерживает потертости и порезы. Мембрана 5000, ребенок может до 5 часов находиться под непрерывными осадками и не промокнуть. В данной модели съемные варежки, вы можете их при необходимости отстегнуть на кнопку. И снизу у них штрипки для обуви, пинеток в комплекте нет. На всех комбинезонах премонт есть светоотражающие элементы, в данном случае это светоотражающая снежинка на рукаве. Премонт использует пушистый искусственный мех на капюшоне и также декоративные элементы в виде ушек. У комбинезона мягкий флисовый подклад, он есть внутри капюшона, по спинке, спереди и также внутри манжет. Внутри рукавов идет скользящая ткань тафеты, чтобы ребенку было удобнее переодеваться. На поверхности расположены кармашки в виде бантиков и внутри также флисовый подклад. Комбинезон премонт рассчитан до минус 30 градусов, в нем 280 грамм утеплителя, поэтому вы можете носить его в самые сильные морозы.